у вас проверенный человек этот покупает? Что? Человек проверенный, который покупает? Да. А еще он прячет лицо? Не знаю. А как с гречкой, не получится? Нет, уже отдали деньги. Отдали? Да. Это у вас ячмень? Да. Почем он? 3,20. Совсем за бесценок. Это килограмм 3 рубля 20 копеек? Да. Так оправдывает себя, нет? Ну, в ноль выходим, наверное. Ой-ой-ой. Так, а это не дешево отдаешь? Получилось. А? Дешево. А что так? Ну, оно там сорное. А? Сорное. Сорное. Это все учитывается. Нет. То есть ты его не отвеял? Нет. А если бы отвеял? Да не намного дороже. Не намного. Нам склад надо разгрузить. Понятно. Некуда сыпать больше. Я побеспокоился. Проверено, я говорю, что не обманут. Ну, часть перечислили. Ты уже уверен, да? Да. А то мне кое-что не понравилось. Я снимаю, все время лицо прячет. Пошли мы сейчас, еще две нора найдены. И большие, вот такого вот, две ветлы спилены. Одна готова упасть, а другая здесь. Мы же... Здесь на Храмовом? Здесь, на Храмовом пруду. Ну, я сейчас там отзагородился. Тоже зверь какой-то. А? Какой-то зверь. Ну какой зверь? Бобер? Бобер. Как он подпиливает? Подпил примерно вот такой длины, ширины у него. Угу. Там интересно смотреть. Мы вчера с тракторами возимся, я прохожу там мимо, метров 10 от меня, там помои, где мы кожурки выливаем. Смотрю, глаза такие на меня смотрят. Лиса. А, ну смотрю, лиса сразу может раз быть. Назад спряталась. Ну. Рядышком прям. А это бобер. Бобер. Это... Огромная ветла, одна упала, они грызут прямо вся белая, а другая вот-вот упадет. И он вот так выпиливает, и не так, что так вот, как треугольник, а вот так потом вертикально, и дальше это он снизу все это делает. Значит, голову запрокидывает и выгрызает. И стружка вот такая вот. Угу. Надо же, вот Бог дал ему эту. Стоматологу не ходит, видно. Они, говорят, у него все время растут. И сколько за раз увозит он? На 23, может быть, 24. Большой. Помоги тебе, Господи. Я переживаю так за вас. Когда не погода, и все, Господи, дай ему брать. Игорю Евгению.